Добрый день, хорошего дня. 24 ноября 2022 год. Вот обещают сначала снег ночью сегодня с 24 на 25, а потом ливень. Ну надо вот, пора мало видеть, пора предвидеть. Вот 460 литров воды надо заготовить, но уже с каждым разом все продуманней. Уже вот в резиновых перчатках от химзащиты, чтобы рукавицы не мочить, уже вот в фартуке. И вот уже 30-литровые канистры, конечно, тяжеловато поднимать. У меня вот, напомню, пальцы не сжимаются. Но можно сделать через плечо вот такую веревку через плечо. И получается уже и на веревке, и на руке 30 литров нормально. Ну все, хорошего дня. Смотрите YouTube канал, там много всего интересного. Это трансфер-фактор при физических нагрузках. Напомню, что 7 лет назад как бы была проблема по суставам после таежных похождений. 3 месяца по сихотарину заготавливали профессионально кедровую шишку в 2014 году. И вот 2015 год я восстанавливался, плохо себя чувствовал, руки, ноги, суставы. Вообще спектр действия БАДов компании 4Life Research,4life.dv.ru, 4life.com, очень широк. От младенцев, там, беременным, до беременности все это надо употреблять, чтобы иммунитет был у женщины хороший, чтобы у мужчины было все мужское здоровье хорошее, чтобы получились детишки. Ну вот, кто знает, профессионал в акушерстве, ну и кто мамаши молодые, счастливые, 9-бальные, 10-бальные детишки, вот при здоровом, когда здоровый папа, здоровая мама, вот, любовь, морковь. И рождаются 9-бальные, 10-бальные детишки, даже вот близняшки. Поэтому вот БАДы компании 4Life Research даже здесь очень все восстанавливают матрицу здоровья. Я просто на работе сейчас, поэтому по-грязному. Восстанавливают матрицу здоровья и... Подъехала машина. И получается иммунитет. А когда здоровый иммунитет, все сферы, все системы... О! Все системы организма работают как надо, да? Это и активное долгожительство, и до последнего вздоха, от первого вздоха до последнего вздоха, и спортсмены, и кто летает из зимы в лето. Вот, и загуглите трансфер-фактор при онкологии, трансфер-фактор при стоматологии, трансфер-фактор в гинекологии, трансфер-фактор в педиатрии, трансфер-фактор в спорте, трансфер-фактор при омоложении. Все, мне надо ехать, я просто на работе по-грязному, поэтому... Напомню, на моем YouTube канале видео, как мне помогли БАДы компании 4Life Research восстановиться. Но вообще скажу, что каждый восстанавливается своим. Это 700 методик оздоровления омоложения. Профессор Чижов Алексей Ярославович говорит, да? Там кто-то дыханием занимается, кто-то травами, кто-то охлаждением, холодной водой. Все это тоже я проходил, но очень широкий спектр действия и самое главное, безопасно. Да, это стоит денег, но это, видите, метод сетевого маркетинга, компания 4life.dv.ru, сайт 4life.com, вообще звучит исследование для жизни, 4life, исследование для жизни. Ну а чтобы понятно было вам набрать в интернете, 4, четверка, lifejizn.com, международный сайт, 4, Life DV, Дальний Восток, это заглавные две буковки, да, DV, .ru, сайты. Ну а так, плюс 7-924-123-2444, проконсультирую, у меня опыт сетевого маркетинга 26 лет. Понимаю, что трудно поверить, все перегружены информацией. Но, друзья, если есть запрос, поможем. Плюс 7-924-123-2444. Что касается бизнеса, конечно, не у всех получается, а что касается для здоровья, это безопасно, проверено, научно обосновано. Более 22 лет в более чем 80 странах мира, письма Минздрава. Поэтому все здорово. Не обращайте на мой внешний вид. Я наоборот показываю в грязной одежде физический труд, что мне это помогло. Раньше я читал лекции врачам, по 25 человек врачей собирал.
когда-то в сетевом маркетинге выступал даже в Москве, не с этой компанией, а с другой, Ламбре. На 1200 человек выступал, на телевидении выступал, был спонсором и творческих коллективов в Уссурийске, когда вот какое-то собрание людей, там зал, да, там, ну, в Уссурийске, допустим, там 500 человек зал, да, у нас залы там более 500 человек, как бы в Уссурийске, наверное, нету. Вот, я там выступал, старался быть спонсором у спортсменов на пляжном волейболе, был спонсором, там, дарил подарки, чтобы со сцены что-то сказать, сайт, да, там, на сцене, помню, на празднике города говорил, вот, речь толкал на празднике города, да, там, 10 тысяч человек проходимость тогда была, вот, на площади, на городской в городе Уссурийске, да, ну, кто там слышал, кто не слышал, конечно, там, кто там слышал, кто там, там не обратил внимания, да, вот, сколько информации мимо нас пролетает, мимо ушей. Но я говорю, если есть потребность в здоровье, восстановлении, то проверено, научно обосновано. БАДы компании 4Life Research, 4LifeDV.ru, 4Life.com. Ну все, достаточно информации. Значит, это видео будет... Трансфер фактор помог мне вот выполнять, сейчас вернуться к физическому труду. Ну а в голове, конечно, 200 стран мира с суверенитетом, 10 стран без суверенитета, 300 миллионов русскоязычных людей. Вообще, вот уже говорят, родился 8-миллиардный ребенок, да? Вообще, каждую минуту рождается 200 детишек на планете. 200 детишек на планете, ну, есть такие сайты, учитывают это все дело, да? 200 детишек в минуту рождается на планете. Уже есть 8-миллиардный житель. Поэтому, друзья, 300 миллионов русскоязычных людей. Поэтому дерзайте, если у вас есть потребность в дополнительном доходе или в здоровье, или в продлении активного долголетия, или вот вы переживаете за жизнь и здоровье своих детей, внуков, обращайтесь. Поможем. Плюс 7-924-123-2444 с WhatsApp, с Telegram, с Сраженко Владимира. Ну и еще телефон плюс 7-914-974-45-45 голосом. Это вот кнопочный телефон. Ну все. А я специально показываю физический труд и придумываю всякие вещи, как вот быть более эффективным и выполнять с коэффициентом полезного действия работу. Вот так. Набираем водичку 460 литров. Как говорится, предупрежден, вооружен, следите за погодой наперед, там на 10 дней, и ставьте цели и достигайте их.